со специальностями ветсоветов на слайде. Ведется совместная работа с рядом крупнейших российских и зарубежных научно-исследовательских и образовательных учреждений. Осуществляется плодотворное сотрудничество с более чем 300 предприятиями агропромышленного комплекса. В университете открыто действуют различные научные лаборатории и центры, в том числе Центр биотехнологических исследований, научно-образовательный центр эколого-ландшафтных систем земледелия, лаборатории биологических анализов, лаборатории долгосрочных прогнозов, малоинновационные предприятия.